Всем привет! На связи компания PandaWay, и сегодня очередной выпуск про копии. А именно, речь пойдет о копии Apple Watch. Apple Watch подделывают уже давно. На рынке большое разнообразие часов, похожих на них. Но сегодня мы рассмотрим самую лучшую копию Apple Watch. Сейчас мы специально пришли в официальный магазин Apple Store для того, чтобы сравнить эти часы. Это оригинальный Apple Watch. Это копия. Сделали внешний осмотр копии Apple Watch и оригинала. Сейчас мы переместились на рынок Шэньчжэня, и здесь мы рассмотрим другие копии Apple Watch. Из огромного выбора часов мы выбрали две наиболее интересные модели, которые сделаны под копии Apple Watch. Приобрели вот эти вот фитнес-браслеты, фитнес-часы. С какой целью, расскажу дальше. Снимать обзор на них мы не будем. Если кому-то интересен более детальный обзор на данные часы, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас вы увидели три копии Apple Watch. Именно эти часы мы и разыграем в данном ролике. Об условиях конкурса я расскажу в конце этого видео. Ну что же, давайте переместимся в наш офис для того, чтобы сделать более детальный обзор лучшей копии Apple Watch. Поехали! Что ж, друзья, вот мы добрались до нашего офиса, и сейчас мы посмотрим, что же скрывает внутри вот такая замечательная коробка, на которой красуется оригинальный Apple Watch. Данные часы могут подсунуть вам в качестве оригинала. На обороте мы видим данные. Вот такая прочная коробка. Те, кто интересуется часами Apple, знают, что оригинальные Apple Watch продаются в длинной, продолговатой коробке. Здесь у нас квадратная коробка. И сами часы. Поставляются они с защитной пленкой. Итак, собрал я часы, установил ремешки. Вот так выглядят часы в сборе. Внешне эти часы практически не отличаются от оригинала. Сделали их один в один. Есть отличия в описании. Здесь у нас написано просто Watch. Никакого яблочка, никакого логотипа, ничего нету. Но внешне, повторюсь, это один в один с оригиналом. Меню можно делать в двух режимах. Первый режим такой же, как у Apple Watch. Это режим списка. Все настройки, все приложения будут в одном списке. Кому-то нравится первый режим, кому-то нравится второй режим. Эти часы являются копией Apple Watch S4. Предыдущая копия Apple Watch S3 у нас также есть. Вот она. Но о ней мы сегодня расскажем совсем чуть-чуть. Такой же циферблат. Такое же меню. Новой версии Apple Watch. У данной модели не опускается шторка вниз. Сзади на обороте здесь выполнено все точно так же, как у Apple Watch S3, здесь как Apple Watch S4. На копии S4 колесико больше и с таким же ободком красным, как у оригинала. Если вам интересно узнать больше про копию S3, пишите в комментариях. В следующем ролике сделаем обзор на нее. Давайте посмотрим, что же есть здесь такого интересного. Помню, это самая лучшая копия на сегодняшний день.
Она самая дорогая среди всех копий, но и самая качественная. Давайте по порядку пробежимся по всем пунктам меню. Sport Mode. Режим для фитнеса. В этом телефонная книга. При подключении к телефону копируется полностью вся телефонная книга в часы, и вы можете совершать вызовы. Набор номера. Выполняется набор номера и происходит звонок. Сообщение. Также, если у вас часы подключены к телефону, можно читать сообщения. Журнал вызовов. Шагомер. Камера есть под меню. Можно настроить. Режим анализа сна. Часы должны вам показать все фазы вашего сна. О том, что вы долго сидите. Будильник. Добавление будильников. Удаленная съемка. При подключении к телефону заходите в удаленную съемку и нажимаете на затвор фотоаппарата удаленно через часы. Подключение Bluetooth. Через подключение также можно управлять музыкой вашего телефона. Ну и далее у нас идут Facebook, WhatsApp, замер сердцебиения. Нажали на сердечко, загорелся сенсор, происходит измерение пульса. Замер давления. Но насколько эти замеры точны, решать, конечно, вам. Возможно, это просто фикция. По большому счету, все умные часы, даже оригинальные, работают по одному и тому же принципу. Календарь отображает даты. Секундомер. Алерт. Очень полезная функция, если вы забыли телефон дома. Калькулятор. Здесь все понятно. Найти мое устройство. Если телефон вы потеряли дома и не знаете, где он, полезная функция, нажимаете, и телефон издает сигнал. Настройка погоды, установка приложений и настройки. К сожалению, шрифт они так и не исправили. Еще в самой, те, кто помнит первую модель, шрифт был точно такой же. Свайпом сверху вниз мы попадаем в меню быстрых команд. Измерение давления, измерение пульса, измерение фаз сна, шагомер и обратно главный экран. Свайпом слева направо попадаем в меню, в главное меню всех приложений и настроек. Справа налево также главное меню. Снизу вверх опять же быстрые команды. Все съемные. И что самое главное, они полностью подходят к ремешкам, к оригинальным ремешкам Apple Watch. Это очень удобно, потому что на рынке очень много красивых ремешков, которые вы можете поменять и не использовать вот этот вот силиконовый ремешок, который идет в комплекте. Так, друзья, сегодня у нас, напоминаю, были копии Apple Watch. Три модели. Отобрали специально для вас три наиболее похожие модели на оригинальные Apple Watch. Давайте разместим их по возрастанию качества, скажем так. И с той стороны у нас фитнес-браслет, обычный фитнес-браслет, не съемные ремешки, нету кнопки, управление происходит все через экран. Вторые часы – это копия Apple Watch, но копия низкого качества. Также здесь не съемные ремешки, меню в таком виде. Кстати, меню похоже на Evo 2 2016 года. Это старая модель вот этой версии. Единственное, ремешки не съемные также.
Ну, свайпы. Ну и, наконец, третье, это самая лучшая копия Apple Watch. Съемные ремешки, все идентично. Ну и, наконец, друзья, возникает вопрос, как же все-таки отличить копию от оригинала? Ответ прост на этот вопрос. Достаточно просто зайти в меню. Во-первых, поиграться с данным меню. Движение хоть и плавное, не очень сильно тормозит, но не настолько четкое и чувствительное, как у оригинала. Второе, в данном меню вы не найдете Apple Store. Ну и также, пройдя в меню настроек, вы увидите кривой шрифт, а в информации о продукте будет написано Watch 4. Ну что ж, дорогие друзья, как я и обещал, в конце данного ролика я расскажу об условиях нашего конкурса. Сегодня мы разыграем 3 копии Apple Watch. За первое место победитель получит Evo 9. За второе место победитель получит No Name Smartwatch. Здесь нет никаких названий, просто Smartwatch. И за третье место победитель получит вот такой вот фитнес-браслет. Тоже это все копии Apple Watch. Условия конкурса достаточно просты. Вам необходимо написать любой комментарий, какой вы хотите, подписаться на наш канал и следить за новостями в нашем Instagram-канале. Ссылки на Instagram-канал будут в описании. И ровно через 2 недели в онлайн-режиме на нашем Instagram-канале мы объявим победителей конкурса. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр данного ролика. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Надеюсь, вам все понравилось. Если понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, напишите в комментариях, что не понравилось, и мы будем дальше улучшать наш контент. Ну а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.